Вы слушаете и смотрите программу «Право слова» в студии у микрофона Олег Усов. Сегодня у нас в гостях дипломат, общественный деятель Рамиз Абуталыбов. Рамиз, ну вот вы очень интересно рассказываете про первую волну миграции, так чувствую, что у вас больше душа к ней лежит. Кого из наиболее ярких деятелей вы могли бы вот, поставить пример всем остальным? Кто вас больше заинтересовал из этих фигур? Ну, вы знаете, мне, может быть, это раньше это так мастером не говорили, мне нравились все-таки вот тех людей, которые я не знал, о них читал, скажем, военных. Но я всегда удивлялся, что, скажем, в таких тяжелейших условиях были люди, которые еще думали бороться и вернуться в Россию. Понимаете, и что они работали, скажем, на заводе Renault, в основном, или Citroën. И в субботу, воскресенье тренировались, чтобы не потерять навыки военного, военнослужащего. То есть люди были, как сказать, ну, идейные, как патриоты России, ну, той России, да, естественно, царской России, да. Вот это меня всегда, конечно, удивляло, что эти люди как такую любовь сохранили, что кроме заработка, они еще отдавали свое личное свободное время для того, чтобы мы еще вернемся. И что будем бороться. Вот с этой мыслью они все-таки жили, вернуться. Они все-таки жили, понимаете, вот, да. Ну, я лично знаком был, конечно, с Банин, вот, нашей писательницей. Вот, она меня познакомила, так сказать, скажем, с несколькими тоже представителями первой эмиграции. Да. Это была, вот, это, так сказать, Джанет такая была, она, значит, русская, замужем была за англичанина. Вот, ну и были вот Николай Павлович Остелецкий. Потом я знал Кусикова, это поэта, который друг Есенина, это о нем Маяковский писал. Не будем спорить о вкусах, Кусиках. Один нравится Маяковский, другим Кусиков. Мы жили в одном подъезде, знаете, это случайное совпадение. Не случайно. Да, так получилось. Раз вы этим занимались, вот вам был подарок судьбы. Конечно, очень было интересно для нас, для советских людей, это книжные магазины эмигрантские, где, в общем, такие книги, там, понимаете, мы читали, а вот на русском языке. На русском языке, который не сдавался там, скажем. Я не говорю, там, Солженицына уже поздних, да, которые да, позже да. Появились. Ну, первых там, скажем, тоже это Бережковский, тоже Алданов, то, тоже Гайто Газданов, понимаете? Набоков. То есть, да. Набоков, там, то есть слой, который мы совершенно понятия не имели. Ну, как вы знаете, все запретное сладкое, понимаете? Еще, и нам нельзя было туда ходить, но втихую ходили, конечно. Скажем, нельзя было покупать русскую мысль, но мы покупали. Если сравнить русскую мысль сегодня и с Кантой, конечно, небо и земля. То есть вы, занимаясь этим, в общем-то, как дипломат советский, где-то и рисковали, да? Рисковал, конечно, но да. Но дотрагивались к запретной теме. Да. Антисоветские мигранты. А вот кавказцы за рубежом, вот, интересно их стиль поведения, как они друг к другу относились. Было ли вот такое ощущение, что нет, я не из Грузии, я, допустим, из Осетии или из Абхазии? Нет, там было так, там начиная, значит, во-первых, значит, в Париже в 19 году находились сразу 4 делегации, дипломатических делегаций 4 республик Кавказа. Это, значит, из Азербайджана там Топчубаши во главе, Армения во главе Агаранян, Грузия Чхенкели, Игорская республика Адунджи Чермоев. 4 республики, да. И вот они с первых дней старались быть как-то вместе. Потому что они еще, будучи во время гражданской войны, на контакт, скажем, белыми не шли. Потому что они требовали независимости 4 республик. И, скажем, тот же Деникин, скажем, который был на Кавказе, да. Они говорили, что нет, мы не вмешиваемся, это гражданская война, внутреннее дело России. Да, мы кавказцы, по политическим да, мотивам. Да, мы кавказцы. Не, они так, друзья, нам нормальные отношения. Но мы, говорит, не вмешиваемся в ваше дело. Да. Ваши монархические дела. Да. Значит, в Эмиратах то же самое. Были монархисты, которые кавказ мы общались, но говорю, что не воспринимаем вас, потому что вы сепаратисты. Понимаете, да. Но кавказцы старались все-таки вместе. И вот первая декларация 4 дипломатических представителей Кавказа было подписано, значит, о создании Кавказу государства в перспективе, было подписано в июне 21 года. Потом вторая в 24 году. Но потом пошел немножко раздел, потому что армянская делегация стала отказываться. Говорит, что мы все-таки себя считали больше Ближним Востоком.
Да, понимаете? И они говорят, Кавказ у нас маленький кусочек. И, ну вот три делегации, это горская, это, значит, азербайджанская, армянская, грузинская, они очень тесно работали. И вот три делегации. Да, три, да. И в 1934 году подписали этот самый декларацию о создании, значит, комитета независимости Кавказа создали. Это было 14 июля 1934 года. Понимаете? То есть они... И это продолжалось почти до конца, даже можно сказать, последний, по-моему, у них такое совместное выступление было в Мюнхене в 1952 году, Объединенном Кавказе. Журнал был «Прометей», у них объединенный, это, кавказский. Ну, кроме того, отдельно были «Северный Кавказ», «Независимый Кавказ». Много журналов было, но самый мощный был «Прометей», который объединял кавказцев и туркестанцев, и украинцев, как ни странно. Такие, так, «Угнетенный народ России» назывался, да, комитет, да. То есть там кавказцы добились того, чего они не могут добиться, да, сейчас, да, у себя, да, на родине. Да, единство. Да. Да. Да, вот там они добились, вот в 34 году. И, кстати, Топчубаши, Владимир Поборников этого, и даже на могиле, он успел. Через 4 месяца после подписания он скончался. И выступая, значит, кавказцы говорили, что вот Мардамбек хоть подписал этот пакт о независимости Кавказа. Да. Сейчас понимаешь, на самом деле, все-таки лучшие люди, да, уехали. Да. Ну да, это была такая передовая интеллигенция, это кавказская, да, там, скажем, тоже Чермоев, тоже Васангирей Джабагиев, там это самое, ну, много там было, это самое, Баразби Байтуган, я что-то в теме не помню сейчас, да, очень много кавказцев, да, и было, и дагестанцев, и осетин, и грузин, и армян, и азербайджанцев много было. Это, этой теме посвящены книги, диссертации, да, монографии. Да, да. А нам и не грех и отдельную программу посвятить. Да, да, можно. Мы вас позовем и более подробно поговорим вот о том, как жили кавказцы в Европе. И в первую, и во вторую волну эмиграции. Да, ну, да. И сейчас, сегодня их очень много. Ну, как вы правильно говорите, это в основном бизнесмены. Я тоже с ними встречался. Ну, сейчас тоже есть какие-то диаспоры, организации и так далее. Но уже, так сказать, не такого, да, такого нет. Многие уже принимают целенаправленно гражданство тех, да, стран, где они живут, ну, и, да, не собираются возвращаться, но это, кажется, уже личное дело. И, знаете, в заключении программы мы обычно прибегаем к специальному вопроснику, но не такого серьезного, как у Марселя Пруста и Владимира Поздера на Первом канале. У нас он более житейский, и отвечать можно не одной фразой. Вы жалеете, что не живете в Европе? Для вас это очень актуальный вопрос, потому что вы там 16 лет прожили. Ну, двояко чувство, понимаете? Двояко чувство, потому что, конечно, наверное, мне Париж очень нравится. Мне хотелось бы сегодня жить в Париже. Но, с другой стороны, у меня правнук растет в Москве. Для меня как нет более близкого, чем мой правнук. И говорят, что человек увидит правнука, он счастливый человек. Поэтому для меня, наверное, Москва – это на первом месте, потому что мой правнук здесь, да, да, да. И я до конца буду здесь. Да, да, да. Ну и близкий в Баку, да, наверное. А так, да, с другой стороны, опять-таки, слава богу, сейчас такое время, что как-то жалеть тоже нельзя, потому что нет проблем. То есть, скажем, если завтра надо поехать, можем, были бы деньги, можно поехать в любую точку мира, понимаете, да. И я говорю, да, я один раз в год в Париж езжу, так что поэтому… Вы верующий человек? Вы знаете, я говорю верующий, но не практикующий. Потому что с детства, конечно, я рос при бабушке, дедушке, да, и я, значит, до сих пор какие-то молитвы знаю, да, на арабском языке, да, когда бабушка меня учила. Но я не практикую, потому что я намаз не совершаю, скажем, в мечеть не хожу, да, поэтому сказать так, что... То есть Бог в вашем сердце? Да, вот так ты можешь сказать, да. Вы знаете, почему вас родители назвали Рамизом? Ну, они говорят, что якобы это по-арабски указывающий путь. Но вот они надеялись, что я буду, так сказать, указывать какой-то путь, может быть. Да, указывающий путь. Рамз – это знак, да, как указывающий, вот так, как мне объясняли, да. Это арабское слово, да. Если бы от вас зависела судьба Нобелевской премии в любой номинации, кому бы вы ее вручили? Сейчас? Вот в этом году. Я даже не знаю. В области культуры, в области литературы, вот, в вашей сфере. Очень трудно сказать, да. Какую книгу вы сейчас читаете? Я сейчас только что начал, знаете, читать очень интересную книгу. Опять как-то связано с тем периодом. Ахматова «Дневники», значит.
муж Гумилев, отец Гумилева. Это ее зарубежные дневники, да? Нет, нет, здесь не российские. Да. Ну, там есть части, скажем, ну, вот у нее есть стихи, посвященные Анрепу, который жил в Лондоне и так далее. Там есть такие, да. Ну, очень интересные, да. Вообще, мне стало больше нравиться вот этот биографический сейчас читать, видимо, с возрастом, что ли, да. Мне очень интересно читать биографический. До этого я прочитал довольно интересный роман «Бегущий за ветром» Халед Хусейни. Очень, знаете, да, Афганистан. Да, конечно. Да. Очень интересно, да. Вот, не могу сказать, что читаю много, но читаю, да, да. Читаю, да. Это ваша привычка, да? Да, да, привычка, да. И интернет, я все-таки люблю газету перелистать, книгу перелистать как-то, да, так вот так. Хотя интернет тоже читаю, все, да. Видимо, важно в интернете все-таки не увлекаться чрезмерно, да? Как... Ну, там, знаете, в интернете что-то есть, скажем, ну, тоже, вот, скажем, Халед Хусейни я в интернете узнал, что популярный роман. Я не знал, честно скажу. Конечно. Это тоже есть, он дает много информации. Я пошел тут же, купил на Арбате книжный магазин. Это да, то есть вы узнаете в интернете, да. А вы покупаете в магазине. Вот именно так интересно. А за какую футбольную команду болеете? Ну, в молодости болел за «Нефчи» и за «Динамо» московское. За «Бакинское Нефчи» и московское «Динамо», да. Сейчас, честно говоря, уже как-то не смотрю почти. А сериалы вы смотрите? Сериалы некоторые смотрю, да, на место тоже зависит от актеров, кто играет. Ну, скажем, я с удовольствием смотрю сериалы с Машковым, скажем. Да, вот один, скажем. Кому-то не нравится, а на место, скажем, вот «Ликвидация», это про Одессу тоже. Тоже 30-е годы и так далее, 40-е годы, да. Говорит, смотрю некоторые, да. Зависит от актеров, конечно, какие актеры играют. Да. Вот недавно тоже, опять-таки, тема, которая мне нравится, скажем, была сериал про Саву Морозова. Про его жизнь и так далее, про его смерть и так далее. Это очень интересно было, да. А какая у вас любимая телепередача? Телепередача я вот больше смотрю, конечно, канал «Культура». Я тебе скажу, это самый мой любимый канал, да. И вот, скажем, я как раз вчера смотрел, скажем, передачи Ивана Толстого, Романа Гари, тоже французский писатель русского происхождения, да. Вот эта передача, скажем, мне очень нравится. Ну, вообще, по культуре я скажу, что я с удовольствием смотрю исторические передачи. Очень интересно. Ну, слава богу, что он есть, этот канал, потому что, знаете, многих я спрашиваю, и многие говорят о канале «Культура». Да, да. Одном канале, когда есть такое многообразие рекламных ток-шоу и так далее. А есть города, которые вас завораживают? Ну, ответ я понимаю, какой будет. Конечно, конечно, да. И молодежи, пожалуйста, дайте совет. В каком возрасте лучше жениться или выходить замуж? Ну, у нас и молодежь смотрит. Да, да. Пусть тоже будет интересно. Я думаю, что для мужчины, значит, между 27 и 30 выйти замуж. Это жениться. Ну, девушкам, я же не знаю, наверное, с 18 до 23, до 24. Можно пораньше. Можно пораньше. Не, ну, с 18 лучше, да. Раньше рано. И закон запрещает уже. Да, закон, да. Приложите формулу успеха для молодежи. Одной фразой. Ну, немножко банально, трудиться, добиваться того, что хочешь. Самим. Самим, да. Не с помощью чего-то, кого-то. И, Рамис, о чем я вас сегодня не спросил? Да. На ваш взгляд. По-моему, какой вопрос я вам сегодня не задал, о котором вы хотели бы порассуждать? Ну, скажем, например, как моя супруга относится к моим делам. Можете нам коротко рассказать об этом? Ну вот я тут хочу сказать, что я уже несколько раз выступал, я всегда говорю, что у меня жена идеал, потому что встать себе в Париже, в субботу выходной бежать по архивам, сидеть в архивах, сидеть со стариками и оставлять ее одну с детьми. Она терпела, до сих пор она меня терпит, а поэтому я очень благодарен, потому что многое, что я смог сделать, это благодаря ее терпимости и любви ко мне, и моей любви к ней, конечно. Да. Вот. Спасибо большое. У нас в гостях был Рамис Абуталыбов, общественный деятель, азербайджанский дипломат и, как вы убедились, глава очень хорошего и любящего семейства. Спасибо вам за эту беседу. Мы надеемся вас увидеть в этой студии и в дальнейшем не один раз. Вам спасибо, что пригласили. Спасибо. Всего доброго. До новых встреч.